он отказался причинять ей вред. На нет и суда нет, не нужен чужой совет. Был тверд и стоял всегда на своем. Развод был необходим, и нет сомнений в том. При нем желала час или день сидеть в тишине, а готовить лень. Он флегматик, ей нужна его тень. Общение она оскорбила, ты пень. Любить ближнего высшее умение. Возможно, у кого-то и другое мнение. Уметь любить всех, даже врагов. Попробовать для чего? Без дураков. Думаю, лучше пососу конфетки. Золотое время твое в прошлом, сказала она ему довольно пошло. Он этим был удивлен и не обижен. Стоял неподвижен, рот разинув, унижен. Ее переживания, улыбка, смех и радость уже не берут его силы. Уже не сладость. Продолжает искать настоящую любовь. Не скудеет его рука, дающего вновь и вновь. Он захотел быть добрым источником, ярким дневником и горячим полуночником. Теперь он счастье для всех желает, так в том ему никто и не мешает. Дает деньги нуждающим, малоимущим старается. У него неплохо, меценатство получается. Неважно, какая сумма, важен сам процесс. Это факт. И в лицо духовный его прогресс. Он живет по совести, уважает предков. Получает похвалу в свой адрес редко. У него есть цель изменить свой мир, радоваться, закатывать себе пир, учиться настоящей любви и не оглядываться. У него есть цель we'll be right back.
We'll be right back.